Хайо, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Bloodstained. И мы в прошлой серии... А пипец у меня этих стало. Ай. ХПшки. Ой, я тут сейчас подумал, что нужно было, наверное, сбегать. Хотя можно сейчас это сделать. Сбегать и создать хил. Мне бы хил вообще не помешал. Потому что куцают меня, как я не знаю что. ХП очень нужно много. О, хил. Хил, хил. Много хила. Нужно будет... Блин, а если я разберу, подожди, этот меч, мне монетку вернут? А давайте попробуем. Я типа попытаюсь... Разобрать, подожди. Мне вот что интересно. А, этот меч вообще разобрать нельзя. А не, можно. А, да, смотрите. Пол Агекеста. Как это поймать? Стать Алкагеста. Что такое Алкагест? А, вон у меня запас Алкагеста. А что такое Алкагест? Хагенс, так ты с демоническим старым знакомым? Да, она многие рискует, чтобы помочь нам, несмотря на свое положение в церкви. Например, с Галеоном, что доставило нас сюда, помогла она. И она так пустила нас в один из своих домов. Именно там ты и пробудилась. Почему она так добра к нам? А не знаю, но кажется, ее интересует алхимия. Она даже помогла мне с обрядом, который остановил рост кристалла. И я вижу это так. Она приняла нас после разговора разгрома гильдии, когда свои остальные отвернулись, и даже мне продолжит так. Так, и дала мне продолжить исследование. Мы у нее не платном долгу. Это так. Это так, это так. Так, ладно, давайте тогда лучше на фул. Установим себе сердечко. Теперь что мы делаем? Мы с вами. Блин, я алкогест. Что такое алкогест? Мне сейчас. А, стоит. Я хотел снайпс посмотреть. Я ж целых 3 задания выполнил. Конопля. А вот как раз то, что мне нужно. Хорошо, смотрите, новая броня, ну блин, мне предлагают эту броню отдать. А снаряжение. Блин, а там... Давайте, ладно, я... А там мне как раз пиццу дадут, стопы. О, рис вырос. Так, где там... Легендина, да. Here's what you asked for. This is it. Плюс пицца. This is the keepsake. Right. Какое? Крылья летучей мыши? Смотрите, она мне дает уже хавчик. Сейчас я... О, плюс рис. Давай картофель. Can you plant this? Sure. Так, теперь мы что делаем? Погнали к старушенцу. Старушенцу нам должно дать кольцо. Что кольцо у нас? Что позволит... Да, да.
Это оно, как ты узнала, что я хочу пропробовать так? А, очки она мне дала. Is there anything else? Yes, actually. But I'll help you figure it. Цурумари. Цурумару. Принеси Сьюзи жареная закуска. Она говорит, что масло пачкает руки. Давай. I suppose I'll stick. I have something new to offer. Так, давай, короче, купить. What are you looking to buy? Зелье. Либо пойти создать. Давайте сначала. Ой, стой. Я могу у тебя еду уже готову купить. Потому что я смотрю, рисовые шарики тут всякие. Давай сразу у тебя готовый хап. А, у тебя только рис есть. А я понял. Спасибо, если так я буду здесь. Хорошо. Мы сейчас едим пиццу. Инвентарь. Бац-бац. Назад пицца. Что мне повысило? Staying up. What are we transmuting this time? Мне нужно приготовить. А, мне тело дало. Хорошо. Нахера я сюда пошел? А, для создания этого точно, зелья. Я могу одно создать зелье. Давайте создадим, в принципе. А, так. Еще создам. Я мог большой создать. А мне, да, в принципе, мне большой так и не нужно. Так, ты видел человека с востока в красных доспехах? Он был на пункте снабжения у Доминики. Ты про Зангетсу? Осторожней с ним. Он считает, что оскольщики и алхимики такое же зло, как и демоны. Сказал, что убьет нас, если еще раз увидит. Вообще-то говоря, мы все еще начали, но не обязательно же быть такими дикарями. Судя по шрамам, жизнь у него непростая. Понятно, значит, буду держаться подальше. Хорошая мысль. Окей, тогда. Опять же. Сохраниться, да. Так, побежали. Теперь телепортируемся туда, куда нам надо. Нам нужно хотя бы найти, где это находится. Сараны. Ой, стопы, у меня шачки. Снаряжение. Так, очки для исправления дальнозоркости. А в них все выглядит больше. Защита, интеллект. Ха. Манать. Вы поняли? Типа у нас теперь есть предметы, которые имеют что-то визуально. Прикольно. Снаряжение. Маска. Кольцо. Две защиты. Да нет, типа, это жестко, это чё? Это жестко так. Играть. Не, на самом деле лучше телепортироваться всегда в город, если нужно будет так сильно отхилиться. Личные данные. Горячие клавиши. Что значит горячие клавиши? Так. Портреты меняются, вижу. Так, демон. Обитель мира демонов владеет магией. Хорошо бы узнать. Буду знать. Mm.
Мастерство кинжала повышает урон от кинжала и рапир. Демоны, архивы демона. Буэр. А, Гургулья. Каменная статуя, ожившая благодаря магии. Три удара нужно. Он опасен. Демонический меч. Понять. Гаргули камень, лучшие прически. Опа, получено, хорошо. А, жесть. Так, туда мне не попасть. И здесь есть проход. Быстрый огонь, держите кнопку ком... Так, чтобы не прекращать стрельбу. Тогда наверх. Архивы демоны. Так, у меня еще три здесь. Сераэт, Вестник Крови. Демон, живущий в мече и обуривший жизнь множество преступников. Рыбка. Давай все сюда. Не нравится мне это. Значит, где-то здесь хранение должен быть. Да, где-то здесь должно быть рядышком сохранение. Что врата с боссом. Ну да, в принципе, как я и говорил. Ну видите, типа они мне не кос... Ну, прикос... Стрёмная картинка. Стремная картинка. Что здесь? Мне нужно, наверное, все-таки наверх пойти. Железо. Да, давайте лучше я вернусь, пойду сражусь с боссом. А там потом пройдемся и посмотрим. Так, здесь такого ничего нету. Я чтобы просто восстановить все происходящее. Оп. Не хочу драться с ними, нахер надо. Лучше просто пробегу. А теперь поехали. А, это рука. Я думал, это паук. Это больно. Оу, до свидания. О, да ладно.
Замечу, что урона мне не наносят. Ой, а это наносят. Я на самом деле просто не врубился. Блин, вот единственный минус, ты не видишь, сколько у врага ХП. Чисто из-за этого очень сложно приходится. Атака некоторых противников может так и удача. Скорее всего, удача влияет на выпадение предметов, кристаллов, ну это понятно. Или лаки. Интеллект — это у нас мана. Там какой-то элемент, который я вообще не понял, что он дает. Ничего, давайте еще раз. Ну смотрите, в принципе, там, где вот этот камень, да, который он подобрал и бросил мне. При зацеплении меня, мне нихера не наносится. Ясно. Ну мне чисто. Вот видите, типа. У меня чисто урон наносит то, что задевает. Ай. Ладно, здесь беру свои слова обратно. Инвентарь. А, все? Окей. Чё-то изи. Осколок манипуляции. Магия с постоянным эффектом постепенно расходует ум. Витраж. Хватайте определенные объекты и управляйте ими. Я возвращаюсь обратно, чтобы сохраниться. А, я понял, у меня оружие пропало. Типа, это быстрые клавиши для орудия. Ясно, понятно. Ну, в принципе, босс, ну, сказать, что он сложный. А чё я туда не пошёл? Чё я вниз не пошёл? В эту сторону. Чё оно вообще? Я что-то пошел, подождите. Я что-то пошел, в чем дело? Ясно, понятно, круто. Сейчас проверим. Что-то я не сохранился. Можно пойти направо. Можно пойти сюда. Обсидиан. Если я просто не спрыгну, я просто не знаю, где я появлюсь. Единственный минус. А наверх. Мы еще. Я. Не знаете, я что какой момент интересует? Если я возьму камень, который сейчас будет стоять там. Могу ли я с помощью него, ну, стоя на этом же камне, поднять себя? Это очень сильно интересует.
Я имею в виду камень, который сломали. Окей. Кольцо единорога. Снаряжение. Защита. Интеллект. Кольцо усиливает восстановление от используемых предметов. Берем. Да, минус одна ячейка защиты. Мне наверх нужно, бля. А рука сломала камень. Рука сломала камушек, то... Нам только вниз. Падать вниз. Будем сейчас. Он сойдет. И так сойдет. Глазик. Это, короче, поняли, картина Двуликова. Интересно, куда мне этот прыжок сейчас приведет? Чё за фигня? Я... О! Два раза просто открывает один и тот же сундук. И это как бы не очень. Типа, может, табак? Или сундук просто одноразовый? Опять. Готово. Хорошо. Так, и вопрос, как это работает? Снаряжение. Осколки. Воинша, бросайте во врага сколько льда. Пламенем. Винтраж. Как мне использовать ее? Понятно. Что-то мне непонятно. А, хорошо. Но она не так много тратит. А, М, карта. А где там конячка у нас была? Так, я сейчас здесь, внизу. Тут сохранение. Коняк у нас где-то здесь была. Вот здесь, да? Тогда полетели туда. По пути зайдем, сохранимся. Ну потому что если сдохну, ну блин, до хера теряю. О, кристалл. Истинная стрела. Нужно будет эти кристаллы продавать. Он будет их потом попродавать. Прям. Да-да-да. Неужели это то, о чем я думал? Мясоруб еретика, выпускайте крутящее лезвие и выбранное направление. Это оно. Это этот осколок, о котором я говорил. Как она там?
А, F. А, центр, точно. Блять. А, плевать. А, да, сундуки почему-то восстанавливаются заново. Вы видите, 3-4 дэмэджа. И он быстрый. Это очень хорошее оружие. Против врагов. Да, я правильно иду. Это самое, по идее, имбоба. Шутки, пока что. Ловушки могу. Мухоловка. Тихо, тихо, снежка. Почему я так достать не могу? А так неудобно. Тогда не пошел. А, ключ, точно. Но в чем проблема? А у меня ключа ж не было. Так, стоять. О, я сейчас как раз заберусь наверх и заберу. Неудобно на самом деле управлять. Максимум. Я отвезу вас в весьма интересное для вас местечко. Просьба не вставать во время движения. Поехали. Мы на месте. Спасибо. Там немного камень завис. ХП. Так, а, 24 ХП плюс дается. Хера себе. Кунг-фу жилет. Снаряжение. Что значит раз? Давайте я все-таки посмотрю, что такое раз. Архивы. Архивы. Справочник. А тут есть? Куда нету? Раз. Что такое раз? Типа атака, сила, интеллект, удача, телосложение. Скорее всего, это скорость атаки. И раз. Что такое раз? Снаряжение. Так, одежда. Пускай минус интеллект. А, может, от интеллекта у меня зависит этот? Традиционно восточная одежда, не стесняющаяся движения. Ладно, пускай. Допустим. Смертельный каблук, находящий в воздухе, обрушите на врага, как удар топором обрушится. Сейчас пойдем за сундуком сходим. Пойдем в верхнюю сначала сторону чекнем, потом нижнюю. А, сундук я вспомнил где. Не вариант. Давай вниз. Так, быстрый телепорт, хорошо. Тут еще до хера чего-то. Р. Карабосы.
Карабоса. Так, ревнимая злобая фея насыщается проклятием. Насыщена проклятием. Хотя возможно. Это возможно. Что, сыграем? Или ты не Миша? Давайте, наверное, я думаю, на этом закончим моменте. А не, она все-таки может играть. Это из оригинальной Castlevania? Ладненько, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.